На Южном Урале мужчина пытался сбежать через границу, нарушив режим самоизоляции раньше срока. Он хотел пересечь границу Челябинской области и Казахстана, в то время как должен был находиться дома. Несмотря на предписание изолироваться от всех на 14 дней, мужчина до окончания режима попытался выехать на территорию Казахстана через пункт пропуска «Бугристая». Там он был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области и передан полиции. Если выяснится, что он болен коронавирусом и кого-то успел заразить, то будет привлечен к уголовной ответственности. Впрочем, задерживают нарушителей самоизоляции в Челябинске, а еще в райотдел могут попасть те, кто сопротивляется полиции. Эти кадры с улицы 40-летия Победы. Извините, я могу снимать. Можешь? Вот что бывает с теми, кто оказывает сопротивление. Ведь сотрудниками полиции нужно вести себя вежливо и не появляться в общественном месте в нетрезвом виде.